не в электронном виде, а устно и даже письменно. Жители поселка Мурыгина постоянно жалуются на перебои с отоплением. Накануне вечером тепло в квартирах появилось. Но до этого в течение нескольких дней в 6 домах батареи были холодные. Отопление в этих домах зависит от фабрики «Эликон», которая на сегодняшний день является банкротом. Коммунальная катастрофа произошла из-за того, что на предприятии не хватило мазута. После нескольких экстренных совещаний в областном и районном центрах фирма «Мазут» закупила. Правда, этого запаса хватит всего на 7 дней. Будет ли тепло в домах после, пока неизвестно. Проблемы с отоплением в Мурыгино случаются каждую зиму. И чтобы избежать их, чиновники советуют жителям установить индивидуальные системы газового либо электроотопления.